Привет всех! Привет всех хороших, кто участвовал в нашем конкурсе, и кто не участвовал, который просто помогал нам, голосовал, который просто принял участие хотя бы в голосовании. Наконец-то мы подсчитали голоса и выявили победителя. Значит, это было не очень легко, потому что, конечно же, комментариев очень много. И за это вам огромная благодарность, потому что вы так принимали участие. Вот. И, значит, у нас получилось, вышли как бы в финал 3 человека. Выиграл, конечно, всего лишь один, но вышло в финал 3 человека. Это первый номер, 8 номер и 21 номер. Значит, я очень рада, что все номера это детки, вот, получается, и выиграл 21 номер. С разрывом, сейчас скажу, сколько голосов. С разрывом 4 голоса выиграл 21 номер, и фотографию нам прислала Антонина Шкулина. Поздравляю вас, Антонина Шкулина. Мы ждем от вас обязательно страну, город, где вы проживаете, адрес и номер телефона. Ссылочка на нашу почту будет внизу, на этот адрес, чтобы, ну, естественно, не на все обозрение вы выкладывали, в общем, свой адрес, а именно по ссылочке переходите и напишите нам, пожалуйста, свой адрес. И мы будем очень-очень благодарны, если вы хоть пару слов напишите о ребенке, который победил, кто он, это может быть сын, может быть племянник. То есть поздравляем вас с победой, вернее, ребенка, мальчика поздравляем с победой. Все фотографии были просто уникальны, просто идеальны. Поздравляем, вернее, всех с наступившим Новым годом, с наступающими еще праздниками. Ну, а вас, Антонина Шкулина, поздравляем с победой. Обязательно оставляйте нам свой адрес и пару слов напишите, пожалуйста, чтобы вы могли озвучить в следующем видео какую-нибудь интересную такую историю про, значит, ребенка, который выиграл. Все, на этом пока все. Будем ждать адреса и дальше будем показывать, какие подарочки мы же все-таки отошлем.